Расходы и доходы бюджета на 2018 год уже посчитали. Дефицит составит 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании программно-целевого совета Мурманской области. Большинство затрат будут направлены в социальную сферу. Доходы бюджета в 2018 году, по прогнозам Министерства финансов Мурманской области, составят приблизительно 56 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом на 1,4 миллиарда рублей увеличатся поступления от налога на доходы физических лиц, вырастут и поступления от налога на имущество. А вот от налога на прибыль соберут меньше на 500 миллионов рублей. В то же время расходы бюджета составят более 59 миллиардов рублей. Бюджет остается социально ориентированным. Проиндексируют социальные выплаты населению. Все это находится на безопасном уровне в пределах ограничений, установленных бюджетным кодексом и рекомендациями Минфина России. Следует отметить уровень государственного долга. Это 21,9 миллиарда рублей. Из них у нас 17 миллиардов – это коммерческий долг,